Здравствуйте, меня зовут Татьяна и рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сегодня поделиться буквально крохотными покупками пряжи. Я купила два моточки, ой, как я по-русски, кроссбред Бразилия, чтобы связать себе очень маленький шарфик, который буквально будет выглядывать, чуть-чуть выглядывать из-под шубки, чтобы как бы гармонировал с юбкой. Но пошла я покупать на глазок. Я так сказать, когда я в юбке, значит, я мимо рукодельного. Когда я в другой одежде, я почему-то рукодельный здравствуй. И получилось, что я не попала ни с тем, ни с другим мотком. Что-то меня глазок подвел. Эта пряжа вообще, да? Ну, не в кон. Это более-менее. Тоже она не подходит настолько, насколько бы мне хотелось, посветлее, чем надо. Но именно на ней я остановлюсь. Искать я больше не буду, не хочу. Это простой шарфик, узенький будет он, не длинный. Чисто как вот пятнышко, чтобы вот это было в гармонии с юбочкой. Это первая покупка. А вторая покупка пряжи, это уже посерьезнее, чуть побольше, чем два моточка. Изумительный, на мой взгляд, цвет. Я бывает вот пройти мимо не могу и все. Пошла я подкупить пряжи Angora Gold. Я сейчас вижу палантин из этой пряжи. 80% акрила, 10 махера, 10 шерсти. Состав интересный, он давно всем известен, я вечно отстаю. Так, цвет иногда просят. Цвет. 571. Номер цвета 571. Я бы такой назвала серо-шоколадный, но очень благородненький. Он очень благородненький, мне понравился он. Да, вот, наверное, такой. Мне он очень понравился. Дело в том, что я вижу палантин двоечкой, а рекомендуется здесь от 3 до 6. И мне не дает покоя то, что я беру как бы, ну, не те спицы, что ли. Мне все-таки хочется. Ну, шестерка я точно не возьму, мне не нравится. Что я пока знаю? У меня в голове идея такая. Это будет вещь, во-первых, длинная, ниже колен, может быть, даже в пол, как пряжа позволит. Это первое. Второе, с рукавами. И третье, связанное все-таки на спицах, в рамках рекомендованных здесь. Будет ли это троечка, будет ли это четверочка, пятерочка, что я не знаю. Но в рамках рекомендованных. Потому что все-таки я, вопреки всем рекомендациям, взяла двойку, а здесь крючок 2-4, а спицы-то 3-6. Вредничает. Ну и бог с ним. Вот. Значит, пока, говорю, знаю, что это будет что-то интересненькое. Больше ничего не знаю. А палантин свой я довязываю. Кстати, о палантине кое-что скажу сейчас. Я знаю, как минимум две девочки вяжут его вместе со мной. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то тоже на 171 петлю, кто-то поменьше. Это не имеет значения. Девочки, я просто считаю своим долгом сказать, что меня вчера посетила одна креативная идейка. Поделиться я с ней поделюсь, потому что, когда я буду показывать готовый палантин, скажете, а почему не сказал Татьяна, мы вяжем с тобой вместе, а у вас уже готовы распускать. Не хочется, если вдруг вам, конечно, эта идея понравится. Смотрите, значит, мы палантин вязали всем уже известными, да, такими, кто их называет треугольнички, кто их называет загогулинками. Вконтакте одна девочка написала, такие классные загогулинки. Ну, пусть загогулинки. А, зигзагушки, извините, загогулинки я уже придумала. И потом вдруг вчера вечером, вы знаете, первый признак выздоровления, когда меня накрывает идея, это первый признак выздоровления. Меня накрыла идея, желание, что я хочу асимметричные края. То есть один край палантина пусть будет вот таким, каким он уже есть, а второй край палантина должен непременно отличаться от этого. Вот зачем, почему, не спрашивайте. Не знаю, просто так хочу и все. Тут я очень люблю асимметрию. Поэтому на каком-то участке работы я стала вязать просто лицевой гладью. Я думаю, нужно было даже, может быть, раньше начать. Вот даже отсюда. Ну, не знаю. Сколько это будет продолжаться, я не знаю. Я накидываю на плечи, меряю. Если мне нравится, значит, останавливаюсь. Если не нравится, бу-бум, моток упал. Вяжу дальше. Поэтому я какое-то еще расстояние провяжу просто лицевой гладью. Для тех, кто не знает, лицевые петли на лицевой стороне, изнаночные петли на изнаночной стороне. Наверное, сантиметров 10 я все-таки еще провяжу. Потом будет один ряд вот этих зигзагушек. Один, я так пока хочу, если завтра меня что-нибудь опять не накроет. И потом будут вот эти крайние платочные петли. То есть вот один такой ряд зигзагушек, только он будет стыковаться не с таковыми же здесь, да, а просто с лицевой гладью. Вот она. Вот так я хочу закончить свой палантин. Это если вдруг кому-то идея понравится. Люблю я асимметрию, ничего поделать с собой не могу.
мысль пришла, надо реализовывать. Кстати, я так вот только сейчас поняла, как красиво. У меня было 4 мотка, ушло 2. Третий уйдет частично. Я его только-только вот начала, третий моток, он уйдет частично, он уйдет не полностью. А один четвертый моточек останется. И посмотрите, как сочетается эта пряжа с той, которую я сегодня приобрела. А? Ну это же вообще, на же родные сестры. Пряжа, она моя, да. Надо говорить, друг, братья. Вот. И если у меня вот от этой штуки, которая еще даже не знаю, что я буду, но очень смутно знаю, тоже останется, можно потом будет, да? А? Ну это же чудо. Детское что-то. Или носки мои любимые. В общем, красота. Я только сейчас поняла, как сочетается. Девочки, живите с удовольствием, вяжите в удовольствие, согревайте себя, близких, своими золотыми руками. Пусть у вас все получается, пусть все будет вообще в кайф, в жилу. Новогоднее вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, чистого, светлого. Пока-пока.